Я уже устал от многого в этом мире. Во мне всегда происходит что-то странное. Солнечная система, что живет на мне, вечно кричит. Какие-то недопланеты психи. Какая-то самовлюбленная звезда. Солнце это ваше. И что это, самое умное? Фигня. Ой, Земля. И как я с этим только живу? Взорваться бы мне, как это солнце, и не появляться больше. Ну хватит, мелкий. Ты уже достал вечно жаловаться на свою жизнь. Ты понимаешь, что взорвавшись, ты погубишь все, что в тебе есть, даже эту фигню. Землю. Да-да-да-да-да, именно ее. А ведь она живет в тебе, а на ней есть еще и живность. Представляешь, как мы устроены? Тогда вообще проще взорваться вселенной. А что для тебя вселенная? Я думал, что это мы, типа две вселенные, друзья. Нет, вселенная — это нечто большое и неизведанное, чем мы. Мы всего лишь галактики. Мы, как и планеты, находимся в чем-то большем, чем мы. Вселенная — это все. Это все планеты, галактики, звезды, нити и узлы. Вау, это так красиво звучит. Мы, наверное, должны гордиться, что являемся частью этого. Ну, наверное, да. Должны гордиться. Да, теперь я горжусь, что состою в этом мире. Но вдруг однажды все взорвется? Что? Да ничего, фигня ты. Я говорю, что будет, если здесь все взорвется. Я даже не знаю, что ответить. На этот вопрос много ответов, но все они неточны. Ведь мы даже не знаем, насколько бесконечен космос. Да мне пофиг, я просто хочу, чтобы все взорвалось к чертям собачьим. Закроем! Спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк и подпишись. Я нуждаюсь в твоей поддержке. Ссылка на Telegram в описании. Кстати, новое видео уже на канале.